Ритм 2010. Хочешь быть в ритме со временем? Принять активное участие в жизни региона. Есть интересные идеи. Получи возможность воплотить их в жизнь. Ритм 2010. Регион инициативной и талантливой молодежи. С 18 по 24 июля 7 дней тренингов, мастер-классов и практических занятий. Константин Беда, 21 год. Придумал и организовал социальную акцию «Нет энергетическим напиткам». Анастасия Аполлонова, 20 лет. Заставила весь город улыбнуться вместе с ней. Ритм 2010 ждет твоих идей. Подробности на сайте www.molodoy.info и по телефону 29 21 07.